Третий кинотеатр скоро появится на Чукотке. В Билибино частный предприниматель обустраивает современный кинозал. Проект реализуется при поддержке муниципалитета. Сюжет наших коллег из БТВ. Один из долгожданных городских проектов готовится к завершению строительных работ. И уже совсем скоро билибинцы смогут разнообразить свой досуг походом в кинотеатр. Индивидуальный предприниматель Михаил Ачиканов побеседовал с корреспондентом БТВ и рассказал о том, каким же будет билибинский кинотеатр. Кинотеатр будет второго экрана. Это актуально у нас в Билибино, потому что, ну, как бы первое, посмотреть фильм дома на компьютере, на телевизоре — это одно, а прийти в кинотеатр — это все-таки таинство. Ну, расслабление, это семейный отдых, можно привести сюда девушку, ну, как бы свидание организовать. Фильмы будут демонстрироваться второго экрана, это только вот они сходят с мирового проката, уходят на второй экран, и мы у дистрибьютора сразу же их закупаем на неделю, на две, может даже на месяц, и демонстрируем здесь. Создание этого развлекательного заведения потребовало массу усилий от предпринимателя, а также в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией не только в стране, но и в мире, вызвало массу трудностей. На первом этапе Михаилу большую помощь оказала администрация Билибинского муниципального района, так как реализация этого проекта, несомненно, находится в интересах муниципалитета, как создание инфраструктуры и разнообразие досуга билибинцев. Стоимость проекта «Кинотеатр Матрица» составляет свыше 3 миллионов рублей. Данный кинотеатр рассчитан на прокат второго плана с представлением кино в 3D-формате. На данном этапе идет завершение оборудования зала и декоративная отделка помещения. Это помещение кинобара. Здесь, на этом месте, будет барная стойка. В скором времени новый развлекательный объект Билибино будет готов к открытию.